Встреча ветеранского актива в этот раз началась с торжественного момента. Повод – значимый 85-летие брещанина Николая Просмыцкого, бывшего несовершеннолетнего узника фашистских лагерей. Сегодня мужчина в золотых годах является известным в городе и далеко за его пределами автором сборников стихов и книг. В начале пленума он прочел свои строки о родине и жизни. Особенно эти слова адресованы молодому поколению. Меня вдохновили его слова. Написал много книг, и мне некогда было скучать. Вы знаете, это говорит о том, что, несмотря на свои годы, наши ветераны, они молоды духом. Они участвуют в различных мероприятиях. Это и мероприятия, посвященные Дню Победы. И, конечно же, такие литературные встречи, гостиные, как вот и сегодня. А ключевая повестка дня продиктована временем. В марте прошлого года президентом Республики Беларусь был принят указ номер 109 об увековечении памяти о погибших при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн. Сегодня это приоритетное направление в деятельности районного совета ветеранов, работа в рамках которого будет продолжена. Важно воспитать патриота, интернационалиста. И именно другой раз мы ищем героев где-то вот далеко, не знаем. А вот, например, не знаем, что у нас в городе Бресте захоронено 24 героя Советского Союза. Такая идея возникла, ну, рассказать их тоже с нами рядом. Вот мы ходим каждый день возле этих мест и возлагаем цветы, корзины, и мероприятия проводим всевозможные. А кто же там захоронен, где он жил, где он учился, где он работал, за что получил звание этого героя. Вот, это чтобы дети наши знания. Из большого количества направлений работы Белой Руси, работа с ветеранами – это один из, ну, таких основных разделов работы. Потому что, ну, банально скажу, без прошлого не будет настоящего и будущего. А эти люди аккумулировали на себе все самое положительное, все самое такое… Вот это мужество, опыт, знание, все, что нужно передать молодежи. И, конечно, вот напрямую общаясь с ветеранами, ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами локальных войн, ветеранами труда, именно с этими людьми мы работаем для того, чтобы передать лучшее нашей молодежи. В ходе пленума был обсужден и план дальнейшей работы общественных организаций города по патриотическому воспитанию брестской молодежи на ближайшее время.